Всем привет! Сегодня я хочу познакомить вас с новой газонокосилкой от компании Redwerk. Эта газонокосилка обладает всего двумя функциями. Первая – это кошение травы и выброс ее в бок. Вторая функция – это функция кошения и мульчирования, так как боковой дефлектор демонтируется и крышка закрывает деку и препятствует выходу травы из нее. Данный тип газонокосилок очень популярен у коммунальщиков. Почему? Потому что она очень простая. Смотрите на нее. Это просто перевернутый тазик на колесиках с моторчиком. Хотя на самом деле это достаточно технически сложный товар. Основная характеристика газонокосилки – это ширина скашивания. У данной газонокосилки ширина скашивания составляет целых 51 сантиметр. И отвечает за скашивание вот такой мощный нож, который имеет особую форму. Спрашивается, для чего этот нож у газонокосилки изогнут. Ну и вспоминая уроки аэродинамики, можно сразу же с уверенностью сказать, то, что данный нож не только скашивает траву, но и еще выбрасывает ее либо в сторону, либо завихряет ее внутри, когда она работает в режиме мульчирования и перемалывает несколько раз. Следующей немаловажной характеристикой данного технически сложного товара является мощность двигателя. А на ней установлен специальный двигатель для газонокосилок мощностью целых 3 лошадиных силы от именитого производителя из Поднебесной Zhongshan. Ну и учитывая то, что данная косилка не отправляет, не набивает траву в травосборник, мощности данного двигателя с лихвой хватает для того, чтобы скашивать даже высокую траву. Но аж если данная косилка справляется с высокой травой, то невысокой ей будет нипочем. И для того, чтобы косить не высокую траву, а просто подравнивать газон, можно отрегулировать высоту скашивания. А производится регулировка очень просто. Берется ключ из комплекта, ну в комплекте не такой ключ, а поменьше, и колесо просто откручивается. Мы открутили колесо, стандартная правая резьба. И в зависимости от того, какую высоту скашивания травы нам нужно сделать, вставляем в одно из трех отверстий и при помощи ключа крепко затягиваем. Ну и естественно, эту манипуляцию необходимо сделать со всеми четырьмя колесами. Ну а для выбора режима скашивания необходимо провести одну небольшую манипуляцию. Для того, чтобы трава выбрасывалась в бок, необходимо установить вот такой вот дефлектор направляющий. Также легко демонтируется. Крышка закрывает деку и не позволяет траве вылететь. Даже при наличии очень серьезного мощного воздушно-травяного потока крышка все равно не откроется, так как здесь есть вот такой вот защитный фиксатор, который необходимо отогнуть и установить на место направляющий дефлектор. Данная косилка не является самоходной, то есть для того, чтобы ей косить, ее необходимо толкать. В принципе, эта функция самоходности ей не нужна, потому что она не перегружена травосборником и лишними килограммами травы. Для запуска косилки необходимо произвести всего лишь три манипуляции. Первое. Заправить ее маслом через вот эту заливную горловину. Залить топливо в бензобак. И нажать на подкачивающий насос несколько раз. Ну и после этого газонокосилка готова к запуску, о чем я рассказываю более подробно в одном из наших роликов. Я надеюсь, то, что наша новинка вам понравилась, а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч с мощными и надежными газонокосилками Redwerk.